Не хотела, конечно, я показывать, пока все у меня здесь не будет в порядке. Я еще не поменяла ковролин. Ковролин придет мастер менять только 9 сентября. Я жду уже почти месяц. Лишь только вот в этой вот комнате большой. И стоимость этого заменить старый ковролин на новый будет у нас 300 фунтов. Вот так. Ну ладно, тем не менее, я хочу вам показать, друзья, я не смогла утерпеть и все-таки купила вот этот набор ротанговой мебели. Вот видите, такое кресло. Это мебель из ротанга, специальное плетение. Вот такая вот мебель. Наверное, слышали, знаете. Очень удобная, легкая. И у меня вот одно кресло, диван такой большой. Тоже ротанг здесь. Ну и к нему столик. Столик просто подходит по цвету. Он не ротанговый, к сожалению. Но тем не менее, я считаю, что это у меня теперь как набор такой. Я довольна, скажу сказать вам по правде. Вообще, ротанговая мебель, если это натуральная лиана ротанга, то она очень дорогая такая мебель. Поэтому бывает, что и заменитель этого ротанга применяется. Но чаще всего, конечно, вот англичане предпочитают натуральный ротанг. И даже есть, покажу вам сейчас, такой набор, очень популярный. Он называется иногда Черчилль, набор ротанговой мебели мягкой, иногда называется Рузвельт почему-то. Я сразу нашла вам комплект этой ротанговой мебели. Черчилль называется, из 4 предметов. Вот этот стоит 55 тысяч рублей наборчик. И есть еще немного подороже. Вот такой он стоит, по-моему, порядка 80 тысяч рублей. Это вот я смотрела цены в Москве. Натуральный ротанг. Цена на комплект мебели Черчилль или Рузвельт. Вот у него два разных названия. Так вот, эта мебель, она здесь в Англии очень популярна. Не такие вот твердые, знаете, плетеные наборы, а вот именно мягкая мебель. Вот с такими чехлами красивыми. Она больше всего, конечно, здесь в Англии употребляется для консерватори. Но также можно, конечно, использовать и в своих домах. В общем, можно использовать и в обычных домах, в обычных квартирах. Я купила почему? Потому что такая мебель бывает редко. Особенно вот это кресло. Сейчас я вам его покажу поближе. Вот видите, там внизу такая у него основа интересная. Мало того, что оно вертящееся кресло, вот, оно еще и работает как кресло-качалка. Как кресло-качалка. Ну, то есть вот сейчас мне одной рукой трудно. Оно качается вот здесь тоже. Понимаете, да? Вообще ротанг считается экологически чистый. И даже говорят, что он полезен. У него какая-то специальная энергетика. Люди, которые плетут это все, эту лозу ротанговую, они вкладывают туда свою энергию, и считается, что это мало того, что экологически чистый и такой легкий материал, он еще и говорят, что полезен энергетически. Вот, так я, несмотря на то, что я решила пока ничего не покупать, пока не закончится у меня ремонт, все вот так вот у меня пусть будет, как говорится, уже старалась тоже какой-то минимализм, но уж не могла я не купить. Это, как вы понимаете,
уже БУ набор, потому что натуральный ротан, как я вам показала и объяснила, он стоит очень дорого. А этот набор я купила очень по хорошей цене, недорогой. Да, ну и в своем предыдущем видео я вам показывала, как я выбирала бегонии. И я думала, что вы увидели то, что я собрала и набрала себе в корзину. Но мне сказали многие, а чё ж вы там ничего не купили? Так вот, показываю. Вот я купила вот эту бегонию. Я решила пока ее поставить здесь очень красиво. И вот эти две бегонии я купила. Красивейшую красную и красивейшую белую. И я их уже высадила на своей клумбе, как вы понимаете, да? Клумба у меня вся заросла земляникой. Вот она. Стелится тут вся. И пока я ничего тут особенно не высаживала, то пусть бы она и была. Сейчас, мне кажется, надо ее потихоньку убирать. От нее не очень много ягод, а занимает она много места. Ну и вот, вот эта бегония у меня уже второй год. Так, мои лилии уже отцвели, как вы видите. И потихоньку я высаживаю сюда свою пеларгонию. Вот здесь она у меня. И вот это тоже высажена была весной в этом году. Вот видите, как она буйно у меня зацвела. А сзади там маленькая такая тоже герань. Это же тоже герань махровая. И вот эта герань обычная, выглядит немножко по-другому. Ну и потом я высадила сюда суккуленты свои вот эти. Надеюсь, что они тоже разрастутся. Разрастутся, и будет у меня красивая клумба. Вот здесь у меня кашпо настенное немножко даже подвяло было. Не было у меня возможности его поливать, удобрять. И хотя оно здесь и на улице, но оно под козырьком, и не попадает на него вода. А я этого сразу не поняла, и оно у меня маленько подсохло. А сейчас вот я стала поливать опять. Я удобряю навозом конским. И вот она опять, красавица, здесь разрослась и цветет, хотя у нас уже конец августа. А вообще, вы знаете, хотя и не рекомендуют вроде одевать какие-то чехлы или вот накрывать пледами диваны, а я вот предпочитаю вот так. Я просто вам показала, как выглядит этот мой набор, но использую я его вот таким вот образом. И мне так вот как-то кажется гораздо комфортнее, гораздо интереснее. Несмотря ни на что, вот так вот для меня, например, ярче и веселее. И вот такой вот столик. Очень замечательный. Все, в общем, под цвет. И вы знаете, стала смотреть потом, вижу на столике вот такие вот круги. Вот они. Часто бывают от горячего. И я вспомнила, как эти круги убираются. Очень легко. Я уже убрала несколько, но решила и вам показать, как я убираю вот эти вот круги. Вот он, оно, видите, от чашки горячей остался круг. Смотрите, как делается. Вам нужен фен. Вы включаете его на максимальную тройку горячую. И начинаете вот так вот. Если вы видите, что очень сложно, не уходит, возьмите влажную тряпку. Протрите влажной тряпкой. Влага, чтобы была. И продолжаете. Прям еще раз влажной тряпкой. Побольше влаги.
практически уже убралось. И еще немножко. Ну и вот смотрите, у вас убрался этот круг. Все убралось. Бывает, конечно, я вот, видите, сделала долго, где-то порядка 3 минут, но обычно, если не очень старый, это, наверное, все-таки очень старый уже был круг, поэтому трудно. Если круги такие только что сделаны, они убираются моментально, буквально за 30 секунд. Вот я вам советую тоже. И вы знаете, столик теперь выглядит как новый. Пользуйтесь. Ну и я, конечно же, сразу полезла в интернет и нашла там наборы мебели из ротанга натурального. Вот точно как мое кресло стоит 15 тысяч рублей. И показано, как красиво здесь плетется эта лоза. Лоза из Индонезии. Но бывает также вот такие старинные наборы. Это уже классический английский стиль, тоже вам нашла, показываю. Этот набор стоит очень дорого, но это уже на любителя. Часто используются вот такие диванчики садовые. Это тоже ротанг, но чаще всего на садовых диванчиках на улице используется искусственный ротанг. Он, конечно же, намного дешевле. Вот, например, вот этот набор из искусственного ротанга, он стоит 350 тысяч рублей. Ну, а если бы он был натуральный, то он стоил бы в 2, а то и в 3 раза дороже. Вот такая высокая цена этих ротанговых изделий. Такое у меня сегодня, друзья, для вас небольшое видео. Я, вы знаете, почему показываю, подробно рассказываю, потому что меня просят постоянно показывать, что у меня происходит в квартире, что у меня с ремонтом. Ну вот, я вам и показываю, друзья, что дальше у меня с ремонтом. Как только поменяю ковролин в большой комнате, я вам обязательно все сниму и покажу. Ну а сегодня я с вами прощаюсь, друзья. Всего вам доброго. Берегите себя. До встречи. Всем пока-пока.